Дуб относится к семейству буковых и насчитывает более 600 видов. Это священное дерево почитается у многих народов и олицетворяет силу и долголетие. Взрослый дуб для нормального возраста потребляет около 200 литров воды в сутки. При наличии достаточного количества влаги дерево может вырасти до 30 метров в высоту, а диаметр ствола у некоторых гигантов превышает 3,5 метра. Даже когда у дерева прекращается рост в высоту, толщина ствола продолжается увеличиваться. Дубовые дрова в Италии стоят недешево. Дело в том, что настоящая итальянская пицца готовится только на них. Народный целитель рекомендует чаще гулять в дубравах. Это дерево подпитывает человека энергией, придает силы и ясность мысли. Особенно полезно такое общение вечером после 6 часов, когда энергетика дерева наиболее активна. Дуб является долгожителем среди деревьев. Возраст некоторых дубов превышает 1000 лет. Поэтому супруги, прожившие вместе 80 лет, отмечают дубовую свадьбу как подтверждение того, что вечная любовь существует. В честь такого события юбилярам принято дарить подарки, изготовленные из дуба. Дуб часто встречается на гербах стран и городов. Например, в нашей стране это дерево украшает гербы таких городов, как Остров, Псковская область, а также Цивильск и Шумерля. Оба входят в состав республики Чувашия. Чернила, которыми писали до конца 19 века, изготовлялись из дубовых листьев, точнее, из наростов на листьях, которые называются кал. Такие наросты образуются в результате повреждения листа насекомыми. Дерево, стараясь залечить поврежденный участок, откладывает на стены гала большие количества дубленных веществ. Сок из галлов смешивали с железным купоросом и добавляли клей. Такие чернилы долго оставались свежими. В 1703 году Петр I объявил деревья, пригодные для кораблестроения, заповедными. Их разрешалось рубить только для строительства флота. Тех, кто осмеливался нарушить царский указ, ждало суровое наказание. Причем дуб охранялся особенно строго. Если за самовольную вырубку сосны или лиственницы грозил крупный штраф или каторжные работы, зато дуб – смертная казнь. В Германии есть дуб, который имеет собственный почтовый адрес. Если верить легенде, в 19 веке в этих местах жил лесник, который запретил своей дочери встречаться с женихом. Тогда влюбленные начали общаться тайно, оставляя записки в дупле дуба. Вскоре отец, увидев, что запрет его не действует, согласился на брак своей дочери с ее избранником. Свадьбу отметили под этим самым дубом. Красивая история сделала дуб настоящей легендой. Желающие найти свою половину клали в него записки. Со временем дереву присвоили почтовый адрес. Теперь воспользоваться услугами необычного брачного агентства можно из любой точки мира. Моренный дуб является уникальным материалом, на который природа потратила не одно столетие. Дубовое дерево, веками пролежавшее в воде, становится баснословно дорогим. Оно применяется для изготовления элитной мебели, цена на которую просто астрономическая. Достаточно сказать, что стоимость одного кубического метра моренного дуба от 2000 долларов и выше. Причем основные запасы этой драгоценной древесины сосредоточены в нашей стране. Все виски и коньяки выдерживаются в дубовых бочках. При изготовлении каждая бочка проходит обжиг на открытом огне. Это в несколько раз увеличивает прочность, а также способствует выделению ароматических элементов, которые со временем и придают напиткам изысканный вкус.
Однажды садоводы заметили, что самые дорогие грибы, трюфели, находятся в симбиотическом связи с корнями дубов и поэтому часто растут в окрестностях дубовых рощ. В 1808 году француз Жозеф Талон посадил желуди диких дубов, под которыми находили трюфели. Через несколько лет под корнями подросших дубков тоже нашли трюфели. В конце 19 века трюфельным дубовыми рощами было засажено уже 750 квадратных километров, а урожай достигал до 1000 тонн трюфелей в год. Во французской деревне Алувиль-Делфос находится старинный дуб-часовня высотой 16 метров и диаметром 18 метров. Его возраст оценивается 1200 лет. Это не только старейший дуб во Франции, но и место паломничества в дупле. В дереве в 1669 году сооружены две молельни: часовня Бога Матери Марии Мира и часовня Отшельника. Каждый год необычный дуб привлекает до 40 тысяч посетителей. В одном из национальных парков в Южной Каролине Чарльстона растет 1500-летний дуб-гигант под названием Дуб Ангела. Его высота 20 метров, диаметр ствола 2,7 метров, а самая длинная ветка составляет 27 метров. Дуб Ангела получил свое название по фамилии последних собственников земли, на которой вырос. В старые времена кожевники использовали для обработки шкур татин, получая его из листьев дуба и дубовой коры. Само слово «дубление» произошло от слова «дуб».